Совершить обряд жертвоприношения сегодня можно без больших хлопот. Для этого достаточно приехать на спецплощадку, где организаторы постарались максимально упростить всю процедуру. Здесь человек может прийти и выбрать жертвенное животное, а буквально в двух шагах отсюда есть зона для разделки и закалывания. Приносить в жертву можно разных животных, но основной спрос, как и всегда, на мелкий рогатый скот. Барашек везут из разных районов республики, некоторые привозят и из соседних регионов. Ну, в пределах где-то 10 тысяч стоит одна голова, а вес средний где-то 25-26 килограммов. Чистое вот считается мраморное мясо калмыцкое. Вот. Она вот можно и без хлеба кушать. Вот горное мясо, он жирный, но чуть-чуть приторный. Понимаешь? Вот. А это такой, можно просто хлебом, без хлеба кушать. 25 лет вы там пасете? Да, я вот 85-го года в Калмыкии живу. А так сами выходите отсюда? Да, я с Дагестана, Чародинский район, село Гилип. Дети, Карахло, в каком районе? Леушинский район. Если там по-разному есть? Ну, 56, 40, 48, 45, по-разному есть. А чистого мяса сколько? А чистого мяса 25 кг будет там. Отлично. Примерная цена какая у них? Ну, примерная цена вот здесь 8500. Выбор на этой площадке большой. Всего порядка 8000 голов. Подобрав жертвенное животное, верующие направляются на место для закалывания. Здесь его режут по всем нормам ислама. После заклания и разделки туши мясо обычно делят на три части. Себе оставляют только одну. Большую часть раздают соседям и малоимущим, а из оставшегося готовят еду для гостей. Поздравляем всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Пусть Аллах примет всех жертвоприношения, как принял приношение Ибрахима, алейхиссалам. Все от души, все хорошо, зарезали, разделали, идем сейчас домой, будем раздавать, иншаллах. Отмечать праздник. Пусть Аллах примет. Это мусульманский праздник, и поэтому приехал, который бы не сказали цену, не торговался, ничего, взял и иду ее резать на праздник. А дома где-то будете резать? Да. А-а-а. Ну, устроило все вообще? Да, меня устраивает, как бы что бы не было, устраивает. И... Хорошо организовано вот это тут же. И что пожелаете всем мусульманам, всем дагестанцам? Всем дагестанцам пожелаю побольше имана, и чтобы Аллах простил всем грехи. И побольше таубу, чтобы люди делали. Хочу зарезать курбан первый раз в своей жизни. Надеюсь, в следующем году тоже, в дальнейшем тоже будет такая возможность. Всех дагестанцев хочу, всех мусульман хочу поздравить с этим замечательным праздником, чтобы был тавфик у всех резать баран. Первым делом раздавать бедным и самим кушать. И все остальное, как этот, по исламу все как идет. Ну, здесь все устроил, как все прошло? Нормально, хорошо все. Долго время потратили? Не долго. Это буквально час. Удобно? Удобно, очень хорошо. Для желающих отведать самую благодатную пищу на площадке есть столовая. Волонтеры готовят ароматный плов, варят мясо и бульон. В общем, организаторы постарались устроить здесь праздничную атмосферу. Здесь около свыше 8000 голов. Волонтеров 250 человек где-то и более 300 человек, которые режут и разделывают мясо. То есть человек может приехать и просто постоять рядом, ничего не трогая, ему прочитают такбир, зарежут животное, потом разделывают, куда надо садака тоже отдадут, и свое мясо тоже он может забрать. Спецплощадка для забоя жертвенных животных работает также и в районе бывшего ипподрома. Те, кто не успел совершить жертвоприношение прямо в первый день праздника, согласно канонам ислама, могут совершить это еще в течение трех дней. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.